поездка на автобусе М5 от Нагорного бульвара до метро Лубянка.
М в начале маршрутов, М1, М2, М3, М4, М5 и так далее, это означает, что маршрут магистральный. Метро Лубянка.
Проезд в городском транспорте только в масках и перчатках. Пожалуйста, не снимайте средства защиты до выхода из транспорта. Спасибо.
если что, ребята, информаторы немного глючат. Не обращайте внимания. Thank you.
Thank you.
Если вы приложите свой билет, изменить на гомосексуальную карту в Уэйдаре. Убедитесь, что в Уэйдаре загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Привет, Антон. Thank you.
Мне кажется, что он чуть длиннее М2 будет, но намного короче, чем М3. Спасибо.
Следующая остановка – метро «Китай город». Не забывайте свои вещи. О забытых вещах, не забывайте, сообщайте водителю. Кто помнит, на этом же месте мы на 38-м останавливались. Thank you.
объявил, что следующая Лубянка, кстати. Это была поездка на автобусе М5 от Нагорного бульвара до метро Лубянка. Всем спасибо за просмотр этого видео. Всем спасибо и всем пока.